Что бы это значило? Это Сириус. Египетский. А рядом с ней еще одна звезда. И вообще вот так вот это выглядит в Египте. Две очень яркие звезды. Вот на фоне окружающего пейзажа видно. Других звезд просто нет. Там закат. Вот так вот. Недаром в Египте Сириусу поклонялись. Такие две яркие звезды. А здесь обычный вечер. Бассейн. Тишина. Бар. Сейчас здесь пустынно. Одни мы приехали в сезон ветров. Дела в Египте. Отель Хаят 9 марта 2012 года.